Вера, деньги где? Какие? Сама знаешь, какие. Нет у меня ничего. Хлеб вчера купила, и все, для получки. Я все рванцы под полкой прятал. Да? Дома жрать нечего, а у тебя заначка. Деньги где? Не видишь, меня трясет. Оля, я не брала. Я тебе сейчас рожу разобью. Я тебе клянусь. Не бей. Не надо. Прогнившие стены, обвалившийся потолок и вездесущая плесень. В таких условиях люди живут в центре города, напротив дома правительства. Но окна кабинета губернатора пошли, видимости выходят на другую сторону. Деревянные бараки были построены здесь еще в 50-м году, как временное жилье. Капитальный ремонт за полвека ни разу не провалился. Правда думаешь, что сдашь? А ты как думаешь? Все говорят, там платить надо. А ты не слушай. Ты прям как маленький, Дим. Ну попробовать надо. Или мне все бросить и денег занять? А ну надо вообще? Ну, глядишь, вместо Федотова займу. На его место надо со всеми вась-вась. А ты и так вон всем надоел. Еще учиться пошел. Скажут, выпендриваешься. Обязательно скажут. Обязательно. Сейчас. Дим, за Антошу пригляди. Мать! Опять ломают. На Сахалине сейчас 40 населенных пунктов, в том числе и село Озерское. Сейчас вон бошки там подшибают. Ну ладно, не перестань. Уйди! Дим, ну может хватит? Ну сколько можно гонять, толку ноль. Да, сколько можно ремонтировать? На этот раз точно поймаем. Елки-сигурки.
Борзота ноги оторвать. Не догнал? Узнаю, кто тут околачивается, к родителям пойду. Сходи, что толку? Нахрен пошлют. Ладно, пошли есть. Потом сделаем. Не жирно? А что без хлеба? А потом сжога. Спасибо. Еще положить? Мам, да дай, да есть. Ну что там не остыло? Да нормально, все, успокойся. На-ка, сынок, на-ка. На-ка, любишь? На-ка. На-ка. Напорол ребенка конфетами, он теперь вообще ничего в рот не возьмет. Ну давай сейчас не будем, ладно? На-ка, давай. А потом очень голодный пищать начнет. Самой же бегать разогревать. Ну, поймали? Да поймаешь их. Бегают, как кони. Да брось в эту лавку. Чего с ней возитесь? Вон уже соседи смеются, 100 раз чинили. Да лучше бы сами починили. На земле-то сидеть не смешно. Жопе холодно. А вот они сейчас силу-то почувствуют, лоси здоровенные. В следующий раз вон рога-то подшибают. Так мы это ментов вызовем. Не, нам нужны они ментам. Они даже не подъехали в магазин. Димка, Димка, я что думаю? Тут Ивлев гараж себе продает по дешевке. Дачу и драндулет. Но сам тоже вообще никакой. Спился. Суду надо брать. Не хочу. Ну, то есть я все-таки не зря на право сдавал. Мам, ну я же говорил, мне за семестр платить надо. Отец, скажи ему. Ну, что сказать? Хозяин барин. Вот тебе фиги. Никогда у вас ничего путного не будет. Никогда. Один кулаком в грудь всю жизнь бил, и другой собирается. Мам, ну, ну потерпи ты. 2 года осталось. Ну, купим мы этот гараж. Живите, как хотите. Да ты чего? А ничего! У людей вон все есть. А у нас стыдно в глаза смотреть. И здоровья никуда. У него вон давление скачет, спина, у меня ноги. Я еле до кухни дохожу. Ой, Ваня, вот разве мы думали, что нам так счастье улыбнется? Я вон 20 лет терапевтом в больнице отрубила. А теперь в том же кабинете полы мою. А че? А ты поди проживи на пенсию-то, а? И ему тоже скоро на покой. 30-й уже золой на кране своем дышит. Легкие забились. Каждую ночь дохает. Вот ты думаешь, то ли группу раньше дадут, то ли... На лечение возьму. Да нахрена мне твое лечение? Мы зря, что ли, болячки с ним зарабатывали? Ты человеком стань. Ну, чтоб все как у людей. И он тоже, чтоб тоже. А я что, не человек? Да дурак ты! Отстань ты от них, вот сидит, учит. Ну что тебе от них-то надо? А я мать. Это тебе никогда ничего не надо. Одно семя. Завелась. А что, не так? Всю жизнь. Нам чужого не надо, нам чужого не надо. А у нас вон ни чужого, ни своего. Вот ты и сидишь правильный в грязи всю жизнь, а толку? Рот закрой. Достала. Да кому ты нужен пыль кусок? Ты и тут-то всем надоел. Правильно, тебе в первую очередь. Все, понимаешь, воруют все, как могут, а я не... А ты болта сраного в дом не принес. Вон трубы текут, а тебе похрен. Карасёва и те заменили. Да он их со склада оттянул. Да ты утони тут правильный. Люди для кого тащат? Для себя. В дом. А ты для кого? Чтоб тебя пальцем не тыкали. А в итоге в тебя и тычат. Боятся вон, как больного. Знаться никто не хочет. Ой. Дура старая. А ты молодую себе найди, а?
Спасибо. Пожалуйста. Бать! Да пусть идет! Ну че вот ты? А че? Мать плохая, да? Вырастила и... Достал. Что за дети пошли, а? Бать, ты не слушай ее. Прихожу на работу, мужики в кучку шифруются. Иди сюда. Чего? Надо трубы со склада упереть. Нержавейка. Я говорю, это чужое. Они теперь не здороваются. За километр обходят. Права, мать. До 60 лет дожил. Ни друзей, ни врагов. Все дураком считают. На работе что? Не воруешь, работаешь. В подъезде что? Лампочки вкручиваешь. Во дворе вот что? Лавку каждый вечер ремонтируешь. Дурак и есть. Ты не дурак. Да ладно. Звонили. На вызов собирайся. Мам, ну скажи, что я выходной. Срочно сказали. Филимонов запил. Ладно, пойду я. Давай. Андрю, ты внизу перекрыл? Ты что хочешь, весь дом без воды оставил? Да стрёмно. Погляди, как она лопнула. Слушай, давай шеф приедет, ну, во всем разберется. Семейные. Пил давно? А чё? Ничего, укол не сработает. Дай бог. Пусть помучается, скотина. Девка вся в крови. Да пошла ты, стерва. Говори мне ещё. Я третий день с похмелья. Терпел, не отпускает, сунулся, денег нет. Чуть инфаркт не стукнул. На моё место встань. На твоё хрен встанешь. Печени не хватит. Ну, ожог несерьезный. Ошпарило просто. Маздам на ночь намажусь. А выпьешь, укол не сработает. Так что думай сам. Ага. Забирать его. Ему на работу завтра. Опять без премии оставят. Пиши, отец. Предельно внимательны.
мальчики, что ли? С трубой не справились? Так мы не знаем, в подвале перекрывать или нет. Нахрена в подвале-то? Да ты сам погляди. Чего хуже не делай? Девку пожалела. Сапоги у него похудились, новые надо брать. Каждый день мне дерьмо, воспаление отхватит. И чё кота за яйца? Делать будете, нет? Слушай, закройся, а то сейчас сам будешь делать. Стена несущая. Ну так тебе видней. Блять. Чё это он? Пошли. А что случилось-то? Жалобы еще были от жильцов? Ну, сегодня нет. Так здесь каждый день геморрой. Вообще, этот старый, ей уже 40 лет. Ты что такой распаренный? Сука. Не мой район. А здесь вообще капремонт-то был у вас, нет? Да какой капремонт? Ты что, Федотова не знаешь? Вон, стенки краской помазал, все остальное в карман. Подожди, но проверки были. По МЧС там все прошло. Полный порядок. Ну как тут пройдет по-хорошему? Пожарным дали, чтобы не рыпались. Да у нее срок истек, ее сносить надо. Мы уже задолбались сюда каждый день ездить. Вон, потолок течет, труба ржавая. Пока одну дырку залатаешь, завтра 6 новых появится. Жена Филимонов, он нормальный? Он к Федотову ходит? Да оно ему надо. Его жена бросила, он третий день не просыхает. Слушай, я думаю, тебя к нам переведут. Но у нас самый проблемный район. Чё не так? Да хрен его знает. Фундамент, по-моему, ползет. Да ты чё? Снаружи трещина с 1 по 9. Я по этажам пробежался, она сквозная. И крен всего здания. Ёбаный насос. И что теперь делать-то, а? Тихо, тихо. Включайте воду и по домам. Завтра к Федотову пойду разговаривать буду. Все, давайте.
Дим, ты чё? Посмотреть кое-что надо. Дим, студент хрен, ты экзамен, что ли, завтра? Так, закрывай глаза. Дим, ты чё, обалдел, что ли? Чё ты творишь? Куда это ты намылился? Я не знаю, что он вскочил. В общагу. 32-й. Ну, где я сегодня был? Понятно? Непонятно. Ты про что? Я в смысле... Ну, вы понимаете, про какую я говорю? Ну, и чего? В общем, плохо там все. Здание еле стоит. Крем, трещина. Не сегодня, завтра рухнет. Да господь с тобой. Я серьезно. Я вот сейчас сам расчеты посмотрел устойчивости 9-этажного дома. Больше суток не простоит. Ну, к Федотову завтра сходи. Да там фундамент сыпется на глазах, оттуда сейчас людей надо выводить. Ты что, полоумный? Да кто тебе разрешит-то без проверки? О, там люди 30 лет живут. И на тебе. На улицу ночью. Это ж ЧП. Сейчас надо, сейчас. А как сейчас? Ты телефон Федотова знаешь, звони. Да этот Федотов делать ничего не будет. Он на капремонте распилил, пошлет. Вы телефоны чьи-нибудь из администрации знаете? Мать знает. Кого? Разумихна, главный бухгалтер теперь у мэра. Вы ж подруги. Ага, я ее 100 лет не видела. Буду я тут ей сейчас ночью со всякой ерундой звонить. Мама, это не ерунда, люди могут погибнуть в любую минуту. Звони! Дим, не ори. Че ты орешь? Звони, я сказал! Вот. Вот телефон сам и звони. Бешеный. Ты это серьезно? Очень серьезно. Ты понимаешь, что ты ничего не добьешься? Если 30 лет ее никто не ремонтировал, кому она сейчас будет нужна? Да, я все понимаю. Панику поднимешь, и что? Во-первых, жильцов уже надо куда-то сегодня ночью девать. И не у всех родственники. Куда их? С чемоданами, с детьми на улицу, на холод? Мам, ты где? Потом они будут требовать расселения, а ты мэрию нашу не знаешь. Они воруют, как крысы. Пойдут жалобы наверх, потом суды и увольнения. И если станет ясно, что ты прав, будет легче просто заткнуть тебе рот. Че, меня грохнут, что ли? Да ладно тебе, иди лучше Антоху укладывай. Алло. Алло, тетя Галь? Да, здравствуйте, это Дима Никитин. Да, простите, что так поздно. Тетя Галь, помощь нужна, срочная, да. Мне нужно встретиться кое с кем. С мэром. Да, с Галагановой. Нет. На прием мне не надо. Нет. На прием мне... Это срочно, я не шучу. Правда? Где? Понял. Сейчас буду. Ага. Чего я не сказал? Юбилей Галагановой в ресторане всей управой отмечают. Вот и собрание лучше не придумаешь. Да они пьяные сейчас все, нужен ты им. Да, может, и лучше, что пьяные, а не подобрее. Увидим. Ты уверен? Ждите. Господи. Он заварил кашу. Господи. Иди чай поставь. Ой, Господи. Ага.
Это электронная. Осторожнее, родной. Вы бы тоже могли отойти. Да я-то все могу. Рад за вас. Слышь, давай познакомимся. Потом. Прям плохо, так что такой паленый. Ну, сама ты пален, давай закусывай. Извините, мне бы Галаганову Нину Сергеевну найти. В зале она молодой человек. Спасибо. Только она замужем. Хорошо, буду знать. А я нет. Да, ты же знаешь, конечно. Куда? Куда надо. Опять к ней? Иди бухай дальше. Разведусь, тварь! Разведусь! Давно пора, 3 года обещаешь. Поднять бокал за здоровье нашей замечательной Нины Сергеевны, но и сказать сегодня о главном. Мы все здесь желали ей здоровья, долгих лет жизни, счастья родным и близким, но главное, чем мы обязаны ей, нашим прекрасным цветущим городом, который растет и хорошеет с каждым годом. Которой гордятся жители нашего города, это полностью ее заслуга. И я прошу в этот замечательный вечер сказать слова благодарности самых близких людей. Прошу вас! Ну, приехал я сюда, значит, лет 20 назад. Ну, пошел, значит, оформлять землю под завод. Захожу в реестр и вижу, сидит девочка, худенькая такая, платье со шкафом сливается. Ну, я ей говорю, подай, принеси, а она на меня внимания не обращает. Гаркну, а она меня матает. Но я, значит, смотрю на нее и говорю, большим начальником будешь. А звали эту девочку Нина. И была Нина из простой деревни. А у мамы ее было 6 детей, 1 корова и папина могилка на заднем дворе. А еще 20 лет назад был здесь такой катух, чтобы по улицам пройти, нужно было нос затыкать и глаза закрывать, чтобы с горя не напиться. Ну, в общем, один большой сортир. И вот прошло 20 лет. Думаю, домик себе купить на окраине и переехать на старости лет туда со всей семьей. А все ты, Нина Сергеевна. А многие, кстати, за глаза, правда, и по-другому зовут. Ну, что скрывать? А ну, все хором. Мама! 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 Мама!
Дима Никитин, ЖКХ, бригадир ремонтников. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Нина Сергеевна, я к вам по делу. Ну, какое сейчас дело? Ты видишь, праздник у меня. Давай-ка, выпей за мое здоровье. Я, правда, не могу, у меня срочное дело. Да выпей, выпей, деловой. Знакомы? Пока нет. Не хочет знакомиться. Никитин Дмитрий. Нина Сергеевна, случилось ЧП. Ну, какое ЧП? Аварийная ситуация в одном из общежитий А-микрорайон. Ну а почему ко мне напрямую? Что Федотов не может разобраться или заместитель? Боюсь, что Федор Матвеевич не обратит должного внимания, потому что до этого не обращал. А дело может кончиться большим количеством смертей в ближайшие часы. Я прошу вас, соберите собрание глав департамента. Пожарная, полиция, скорая помощь. Нужен будет план действий. А я все подробно расскажу. Нина Сергеевна, я все понимаю, юбилей, но, ей-богу, беда может случиться. Я без шуток. Емельянов! Главных собираем в малый зал. А кого именно, Нина Сергеевна? Ну, они просто пьяные все. Саяпин в дым домой уехал. А, значит, Тульского жена забрала. Прозвонись! Пусть возвращаются. Плевать, что они будут делать. Пусть блюют, пьют таблетки, но будут здесь. Ну, смотри. Дмитрий Никитин, бригадир ремонтников. Ты чё воду мутишь? Садись давай, Федор Матвеевич. Ну? Просвещай. Нина Сергеевна, в микрорайоне А, в 32-е общежитие, на вызов приехала бригада. Лопнули трубы с горячей водой. Ребята посмотрели, дело худо. Вызвали меня. Почему не Филимонова? Он главный инженер. Запил он, Федор Матвеевич. Третий день уже пошел. Да дело не только в трубах, это ерунда. Они лопнули из-за смещения несущих стен. Общежитие построили, насколько я понимаю, еще до основания города. В коттеджный период, это получается 40 лет назад. 38. Тем не менее, капитального ремонта толком ни разу не было. Ну а как это не было? В 84-м, 3 года назад. Федор Матвеевич, я сейчас не готов спорить о качестве этих ремонтов. Речь идет о том, что здание может рухнуть в любую минуту. А что ты решил, что оно прямо вот в любую минуту рухнет? Вот возьмет и рухнет, да? Да. Практически пока мы с вами разговариваем. Там две огромные трещины через все несущие, с 1-й по 9-й этаж. И крен у всего здания. Фундамент крошится и ползет.
Там вибрацию блоков видно невооруженным глазом. Ну и сколько там человек? Толь, ну кого ты слушаешь-то? Тут комиссия нужна из области, и специалистов штук 10, понимаешь, параметров-то вот сколько. А этот, небось, а, присунул какой-нибудь, квартирку пообещал, вот суетится. Федор Матвеевич, сейчас 2 часа ночи. Заткнись! А что, верно. Шары подкатил, расплачивайся. Кому я присунул-то? Езжайте и посмотрите, там ребенку ясно, что... Ребенку, может, ясно, а нам не ясно. Ты что, главный инженер по жилфонду? Нет. Вот именно. И ты? Фундамент, крен. Ты сам-то в этом разбираешься? Да, я сейчас в строительном на 2-м курсе учусь. Корочка нужна, чтобы повыше подняться, да? Ты помолчи, сказал Матвеич. Там правда невооруженным глазом видно. Коэффициент устойчивости 9-этажного здания не допускает крена даже в 5 градусов. А там завал градусов на 10. Крен уже за пределами допустимого отклонения от перпендикулярной прямой, по которой действует сила тяжести. Формально? Это значит, что дом уже падает. И упадет в любом случае. А учитывая угол отклонения, не вдаваясь в расчеты, здание не простоит больше суток. Но ты понимаешь, что в этом случае нужно объявлять дом аварийным, а людей всех срочно эвакуировать? Да. И сколько их там? 1000? 820. Которых нужно расселять. А у города проблемы с жильем. Давайте, давайте. Вызывайте комиссию из области, пусть они проверяют, пусть они принимают решение. Я на себя такие расходы не возьму. А в тюрягу ты хочешь? Вон, Палыч нас устроит по дружбе. Восемьсот человек. Ты представляешь, если это рухнет? Ты на капремонте отрезал. Я не проследил. Нам обоим тюрьма. Я отрезал? Ты отрезал. Да ладно, Федь. А у зяти твоего дом сам собой вырос, что ли? Или на твою зарплату? Ты что, варежку открыл? Тебе про твой дом рассказать или вот про его? Давай вот этому щеглу сейчас расскажем. Кто с кем сколько отрезал? Как мы тут вообще выживаем? Руки друг другу моем. Какие руки? За базаром следи. У меня свой огород. Да какой у тебя огород? Тут весь огород, 200 соток и 30 тысяч голов. Один провалится, всех за собой потянет. Журналюги приедут, полетимся, как фанера над Парижем. У меня все нормально. Проверки были, раскрываемость в норме. Наркоманов нет, проституток вообще нет. Так что... Это вот ты с Матюгиным на его пожарки полетишь. Ой, ну давай, 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 пугай. А проститутки-то где? Гарем открыл, что ли? Уйди, Хлеб! Рыба с головы тухнет, Серёжа, забыл? Если я тухлая, то и вы все тоже. Вас тоже шмонать начнут. За 800 ты человек! И у тебя говнецо найдется. У тебя что, самое святое УВД? Так, поезжай давай с ним. Да. На месте все посмотришь.
Если все, как он говорит, ну... Будем думать. Пойдем, Баламут. Дим, задержись. Будет пугать, уговаривать, не слушай. Он мужик хитрый, ушлый. Сейчас рукой махнет на все, а нам расхлебывай. Да и людей жалко. Я с ним поеду. Федотов сейчас злой, а парень пороха не нюхал. Давай, то с Богом. Показывай. Сюда. Ну вот. Что? Трещина идет через все этажи до основания. И ту трещину я видел уже 2 года назад. Ну. Хорошо. Смотрите. Стена сыпется, фундамент ползет. Куда ползет? По осени от дождя грунт проседает. Ты строитель? Ладно. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Почему непонятно будет. Давай. Чё, блядь? Чё, сука, блядь? Чё, тварь? Вызывай, тварь! Придут, думаешь, блядь? Гомонись, мужик. Я нарежу, сука. Что ты сказал, блядь? Да ничего, сейчас по коридору летать будешь. Ну ладно, мужики. Без обид. Дочь деньги из дома таскать мне на лекарство надо. Она на дурь, сука. Пойду покурю. Тут мозги чинить надо. Одна шваль живет. Вот и воняет. Да тут разные живут. Иди отсюда. Мы из ЖЭКа. Тут начальники со мной. Здрасте. Мы в ванную пройдем. Конечно, конечно, проходите. У нас тут беда за бедой. Сначала трубы, а потом этот
Взбесился. Скотина, дочь родной, представляете? Его бы забрать, а менты, простите, не забирают. Ай, хотя сама отпустила, дура. Помогите. Что? Разберемся. А когда починят-то? А то перекрыли, и не постирать, не заготовить. Скоро, скоро. А ну, разошлись. Сейчас. Чего? Ладно, ладно, не связывайся. Отморозки они все тут. О, глянь, сейчас таракашка выползет. Мы и Жека можно пройти? А ну, пошли отсюда! Шпана! Хорош, бабка, иди раскурим. Молчи! Уходи. Отольют. Мужики, вы что тут делаете? Ну мы с Жека трубы смотрим. А мне похер. Мой раз в неделю. Воды сейчас много. Снега за окном взял. И нормально. А если грохнет, тоже похеру. Чего они тут отнираются? Ты что, такая жизнь. Правильно? Мужики. Что-то мутно. Это... Пойдем. Пойдем. Пойду. Все правильно. Давай подниматься. Еще одну закрыл? Что ты не хотел? Слышь, что? А что с буграми-то? Что, серьезно? Не знаю пока. Слышь, не спится? Чего? Ну, время позднее. За такую шваль, как мы, переживать, она тебе упала. Ты, я смотрю, Сергей больно. Какой есть. А вы что-то делали? Пошел. Ну и домик. Не говори. Ну, сюда.
Зачем бутылка? Вот зачем. Идите сюда. Смотрите вниз, только осторожно. Далеко? Метра три. Сдали задачи? Да. Нина Сергеевна, а что мне с гостями-то делать? Развлекай. Музыку погромче сделай. И скажи там на кухне, пусть подсуетятся с горячим. Там многие уезжать собираются. Востряков так сильно обижает, что вас нет. А ты сделай так, чтобы не обижались. Как я к ним сейчас выйду, у меня глава другим забита. Может, отпустить людей-то? Сейчас! Чтобы не поняли, что у нас бардак. Напои их, чтобы они уснули. А про меня скажи, ребенок приболел, скоро приеду. Понял. Пойдут слухи по области. Соседи молчать не будут, им больше дадут из бюджета. Главное, чтобы общага не рухнула. А то и слухов не надо будет никаких. Ну? Ну что? Плохо дело. Упадет, наверное. Даже так? Не знаю. Наверное, прав Никитин. Давай людей выводить. Говорил же я тебе, ох, напляшемся с этим микрорайоном. Строили на скорую руку, место хреновое, почва он ползет. Давно надо было расселить и снести к чертовой матери. Куда расселить, умник? Давай-ка достань мне из штанов два корпуса по 100 квартир, давай. Строить надо было, когда деньги давали. Пожадничала! Выйди! Выйди! Я половину бюджета в области откатываю! Половину! У нас же там вся дума с курортов не вылезает! Машины, квартиры, дачи, жены в золоте! А зартачишься, вообще ничего не дадут!
А что там было-то в этом году, а? Крышу гудроном полить и трубы поменять по магистрали. А бюджетникам дай. С голоду пухнут по 3 самоубийства в год. А инвалидов сколько в очереди на бесплатное лечение? А детдома? А многодетные семьи? А роддом построила? Я их что, печатаю, что ли? А самой есть пить, детей поднимать? Я себе здесь нервы треплю. Я все 90-е под смертью ходила. Да и сейчас не лучше. Чуть что, шишки на меня. План по налогам дай, по военкомату дай, по выборам дай. То ли завтра посадят, то ли по головке погладят. А я жить нормально хочу. У меня 3 шрама на башке. Язва, гипертония, 2 развода. А я женщина, я мать, я жена. Я нормально жить хочу! И ты хочешь. И поэтому себе кусок отрываешь. И о людях ты не думаешь. Да похрену тебе, у кого стены сыпятся, у кого крыша течет. Тебе б свою крышу поскорее доделать. Дом-то у тебя я посмотрю. Не хуже моего, 4 этажа. А Васька твой, оборвот избалованный, насильник, наркоман, 6 приводов, 2 суда, в Москве живет в своей квартире. Платно учится на экономиста. У этого скоро от насморка больные дохнуть начнут. Ни зеленки, ни медов, все тащит, все прет. Оборудование купила, кому-то продала половину, хрен знает кому. Если б я тебе не помогала, подорожником бы уже лечить начал. Вот у нас. Из ментовки свою охранку сделал. Крышу! Ладно, глаза закрыла. Работай, Сереж, зарабатывай, давай. Этот вообще непонятно чем занимается. На жопе сидит, бумажки подписывает. В городе 10 лет пожара не было. А из бюджета дай. На шланги дай. На технику дай. Еще хрен знает на что дай. Да я с вас со всех себе отрезаю. А у кого здесь рыло-то чистое? Может, кто-то на мое место хочет? Ради бога! Ты только не потянете, вахлаки. Сосете сиську потихоньку? Чуть что? Мама ответит. Мужики называются. Понос. Да ладно, Нин. Ну, что ты их жизни-то учишь? Вчера родились? Я тебе так скажу, как жил нормально и побирался, так и жить буду. И мне плевать, кто и как на меня посмотрит. Не можешь взять, живи червяком в навозе, там тебе и место. Да заладили, коррупция. Да тут вся страна на взятках. У меня мать от рака помирала, так еще при советской власти на лапу просили, чтобы лекарство достать. А сейчас без денег вообще никуда. Красиво вы тут исповедуетесь, граждане-чиновники. А делать-то что будем, а? Время-то не ждет. Что делать? Людей выводить. Это официально? Ну, конечно. Тогда я звоню своему непосредственному начальству. Это зачем еще? Регламент такой. Да ну чего нам сейчас бучу-то поднимать? Ты выведи людей до утра. Утром мы подгоним технику, строителей. Может, там сделать что можно. А косяки потом все на меня свалите. Или вон на него. А что людям-то говорить? Они же не попки. Пронюхать, что это дом аварийный, ведь назад их не загонишь. Ну, придумайте пожар. Какую-нибудь аварийную ситуацию.
Ну что угодно, до утра-то можно мозги проконопатить. А утром приедут эксперты. Ну если ничего сделать нельзя, ну что? Будем расселять? Поеду вон к Сафронову в ноги брошусь, он целый квартал строит. Ну идите! Ну давайте, ну делайте что-нибудь! Документы все изъяли в машине. Надо будет, потеряем. Что у тебя? Ну, плохо все, Нина. Дефицит по капитальному ремонту 120 миллионов. Господи. Потратить мы их, конечно, могли. Но где мы их нарисуем? Такие деньги везде видны будут. Если это, конечно, новая стройка. Но Сафронов строит с инвесторами, к нему не подлезешь. Что по жилфонду? Так, живут 820 человек. Если срочно расселять в связи с аварией, то всех. Ну, 600 минимум первые два месяца. Это 200 семей. Из них, значит, 83 многодетных, 27 инвалидов, 10 ветеранов. Около 60 двушек, остальные однушки. Думаю, по жилфонду где-то 260 миллионов. Ой, твою мать! Ой, мамочка! Ой, дура ты, дура, Нина! Так, Таня, найди Сафронова. Он в зале? Часа два назад уехал. Сейчас я сама к Сафронову поеду. Нин, подожди. Ну что? Некогда, видишь? Хочешь сказать, что поехали со мной? Бригаду. Ну что, разбуди, газовикам сообщи, там вроде газ. Хотя не помню, давай, уточняйте. Все, собирай ребят, два расчета не меньше. Проверьте шланги, снаряжение. Уж сколько не использовали. Сцепление не забудь выставить. Длина? Какая там длина периметра? Сверхурочные, обсули. Ты мне одолжение не делай, что на биржу труда захотела. Давай три скорые, в каждой врачи два санитара. Все, мужики, понеслась. Стойте! Стойте! Ну, стоим, чего? Отбой. А что так? Ждем. Кого? Не знаю, сказала ждать. Понятно. Пошли, мужики, накатим. Эй, Баламут, чё стал, пошли? Язвенник? Что ли? Приглашаю. Прости, там о таких делах говорить не стоит. Мать приехала, сестра. Паша, мне срочно нужно расселить 600 человек. Нужно 200 квартир, два корпуса. Помоги. Нет, ты в своем уме?
Откуда я тебя возьму? Как? Ты же не заселил девятиэтажки на энергетиков? Там все квартиры проданы. Еще до начала строительства, ты знаешь. Паша, на пару месяцев. Очень надо. Помоги. Сейчас со дня на день придет бюджет, я у тебя их выкуплю. Что? Выкупишь? Меня посадят. Ну, на месяц хотя бы. Ну, дай ты мне отсрочку. Ну, я придумаю что-нибудь, сейчас перекручусь. Выселю кого-нибудь. Ну, распихаю я их куда-нибудь. Нет. У меня инспекция каждую неделю. Показы жильцам. Там никого не должно быть. Ты что делаешь, сволочь ты эдакая, а? Я ж тебе эту землю за бесценок отдала. Совесть-то у тебя есть, сволочь ты! Уф. У меня 800 человек в этом аварийном здании. И если я их сейчас выведу, не расселю никуда, ты понимаешь, что будет? Проверка по бюджету жилфонда. И упекут меня за хищение, как Сорокина, лет на 15. Ничего тебе не сделают. Ты губернатору отстегиваешь? Отстегиваешь, голоса ему даешь. Вот и все. Начнут давить, скажи, что сдашь, припугни. Он тебя отмажет. Ага. Или грохнет. А меня не грохнет? Прости, Нин, не могу. Мне в 90-х инвесторы людей на части рвали. Извини, не могу. Тут вариантов нет. Я не поняла. Из общаги никого выселять нельзя. А как быть? Под обломками всех похоронить? А кто сказал, что точно рухнет? Никитин. Молокосос это? Угу. Который под Федотова 100% роет, чтобы его место занять. Или Матюгин, этот бездарь и тупица. А риск? Ну, риск, риск, риск. Риск всегда есть. Это твои деньги, строки у Сафронова? Не. Ну, прекрати. Твои? Я сейчас видела, как он на тебя смотрел. Ну? Мои. А люди? Живые люди, урод. Закрой рот, сука. Давно ты о людях стала думать? Когда 800 человек разом сдохнуть может. А когда они по одному дохли, ты о них думала? Когда себе от каждой статьи в бюджете отрезала, думала? Дороги говно, яма на яме. Сплошные аварии. Народ спивается, режет друг друга. Потому что в городе нормальной работы нет. И зарплата 3 копейки. Молодежь скурвилась, скололась по подвалам. В школах бардак. Учителям и врачам жрать нечего. Старикам и инвалидам лучше вообще не жить. Мы с тобой все это время. Я сколько для тебя сделала, ты ж всю жизнь от меня кормишься. Да если бы не я, ты бы так секретаршей в реестре и сидела. Потому что ты никто, а я кто? И наверху об этом знают. Ну, ну чего ты? Чего ты слюни-то распустила? Здесь либо человеком живут, либо скотиной.
На всех хорошей жизни все равно не хватит. Подели ее на всех. И никому ничего не достанется. И все будем одинаково нищие. Ну, так лучше будет. Нет? Я тебе помог человеком стать. А ты кусаешь руку, которая тебя держит. Ты подумай хорошенько. Ты с ними или с нами? Что дальше делать? Сейчас придумаем. Садись. Начальники поменяются, они как работали, так и дальше будут работать. Хватит сопли распускать. Не случилось еще. Я иногда думаю, нахрена я в начальники пошел? Работал бы хирургом, резал потихонечку. Тебе на стол... Не дай бог попасть. Ты почечку отрежешь про запас и продашь. Я гляжу, ты бессеребренник. Много жуликов поймал. Вас поймаешь. Вас сажать начинаешь? Вы сразу на лапу даете. Я человек русский. Я не взять не могу. Федор Матвеевич. Ну, я сказал. И откуда ты такой взялся? Другой бы поглядел, рукой махнул, да и сподлёк. Тебе что, больше всех надо? Там же люди живые. Живые люди! Шваль! Отбросы! Может, им и надо на тот свет. И детям? Это те, которые дурь курят, да трахаются по чердакам? Что из них вырастет? Ты мне скажи, что из них вырастет? Ты, парень, зубы-то не точи. Мы тут калачи тёртые. Старый. Жизнь видели. И особенно. В этом общежитии у каждого второго судимость или привод. Было бы меньше таких общежитий, глядишь, и мир чище был. И нам, нормальным людям, жизнь проще. Да. Сейчас. Да.
Ну что, все в силе. Эвакуируем жильцов, ждем комиссию. Белоганова там хочет переговорить о чем-то с вами троими на месте. Мои ребята сейчас вас довезут, собирайтесь. Ну мы и сами доедем. Пьяный? Нет, я как начальник полиции против. Все по домам, давай. Ну, глянь, под конвоем поедем. Садись, сейчас не до шуток будет. А чего вас так мало? Сейчас снаряд подъедет. А куда мы? 32-я в другой стране. Не дергайся, езжай, куда ехали. А чего не дергайся-то? Не туда едем. Куда надо, туда и едем. Слышь, если ты дороги не знаешь, давай я за руль сяду. Заткнись ты! Я не понял, ты с кем разговариваешь? А Галаганова, сука, а у меня страшная баба. Ты чё, старый? Толя, дом рухнет, а мы с тобой сбежали. Как ты сказал, я урвал тебя, отстегнул, ты не проверил? Вот на нас двоих и свалит. Саяпин, сука. Хана нам, Толя. Да ты чё, с дуба рухнул? Там 800 человек. Да она их выведет. А дом, говорю, на нас свалится. Вы чё, мужики? Вы чё, нас грохнуть хотите?
Че ты молчишь-то? Закрой рот и сиди ровно. Стоять! Назад! Сантехник, кому он нужен? Он ничего не скажет. Да вы что, охерели, что ли? Что за цирк, блядь? Рот закрой. Чё? Иди. Забирай семью, чтобы ночью тебя не было в городе. Засветишься и нас подставишь, найдем и убьем. Встал. Ну ты правда дурак! А ну пошел отсюда! Ну! Где-где? На работе. Да какая сейчас работа? Вон, 3 часа ночи. Такая. Ой. Собирайся. Мать Маги. Ее вещи, Антохина, мои. Ты чего, Миша? Что случилось? Нет, время, быстро, собирайся. О, Господи, Господи. Что случилось? Не спрашивай, мать. Еле живой остался. Уезжать надо надолго. Иначе... Ой, Господи! Пришли, закройся, богомольная! Делай, что тебе сказали! На машине? На такси стрёмно, попутку поймаю. Сейчас у соседа попрошу. Так не верну уж, бать! Ничего, не обеднеем. Собирайся! Я сейчас прогрею и к подъезду подгорю. Спасибо. Летние брать? Все брать, и деньги все, какие есть. А на сколько вы? Ну, всегда, мам. Маша! Тихо. Маша! Сядьте.
кончила, и мать весь двор разбудишь. Маша! Ладно, лишь всего спрашивать не буду. Куда направишься? Ну, не знаю, пока что по дороге буду. Главное, из города выехать. Да. Приедем, позвоним. Мама, слушай. Мама. Ой, доигралась, Все. Ладно, все. Поезжай. Садись. А то сейчас все проснутся. Она так и будет быть, пока не уедете. Давай. Димка! Димка! Чего? Сынок! Тихо! Димка! Тихо! Хорошо напоили всех. Полосухину разорили. На завтра утром хрен кто что вспомнит. Да. Сделали? Чисто? Добро. Давайте по домам. Стволы сбросьте. Я знаю, что табельное. Спишем. Главное, чтоб тела не нашли. А то запалимся по глупой. Все. Такую жизнь придумал и нас жить заставил. Генсаген, все. Давай. Сейчас с Полосухиной, сволочь. Да не вой ты. Вышлем Полосухину, пусть в другом городе задом крутит. А своего пришлешь ко мне. Я ему расскажу, как с женами надо жить. Уснул. Что случилось? Ты прогнил там все, Маш. Где там? В управе. Такой гадюшник. Сожрать готовы друг друга. Ублюдки. Когда поняли, что обосрались и решили своих же подставить.
Посадили меня с Федотовым и начальником пожарки к ментам в машину. Отвезли подальше. А Матвеич человек. Я не ожидал. Заступился. Меня и отпустили. И куда мы теперь? Нам надо из города выехать. Переночуем в гостинице. А утром обязательно что-нибудь придумаем. Обязательно. Ну, спасибо тебе. Жили, горе не знали. О чем ты думал? О людях, родная. А мы с Антоном не люди? Там в общаге 800 человек. И все твои жены и дети? Маш, не надо так. Как так? Я же не знал, что все так повернется. А как? Как еще оно могло повернуться? Если они воруют годами, весь город высосали. Ты что, им пошел правду доказывать? Ты на что рассчитывал, что они расплачутся, будут свою вину заглаживать? Людей спасать? Да нету для них людей. Для меня есть! Для меня! И надо было попробовать. И я на себя 800 смертей не возьму. Поняла меня? Поняла. Я все поняла. Связалась с Еродивым, живи, мучись. Ну так не живи! Прости. Прости. Я же им доказал, что здание рухнет. Они хотя бы сейчас людей оттуда выводят. Откуда? Вон она, твоя общага. Нету там никого. Спят люди. Что ты стоишь тут? Поехали! Ни ментов нет, ни пожарки. А ты крикни еще громче, может, они появятся? Они должны ведь были быть. Кому они что должны? Ты че как ребенок? Ты в каком мире живешь? Тебя только что чуть не убили. Проснись, поехали! Ты че? Бери Антона и уезжай. Это как, это без тебя, что ли? Да, я остаюсь. Ты нас бросаешь? Маша, я никого не бросаю. Ты не понимаешь, они людей не выводят. Они их решили там оставить. И что? Не зли меня. Садись и уезжай, права у тебя есть. Урод, да ты что делаешь? Да ты послушай себя, дура. Там сотни живых людей, сотни. Совесть есть у тебя, нет? Тим, они нам никто. Заткнись. Thank you.
хорошая моя. Уезжай. Ты не видишь, что я тебя сейчас ненавижу? Неужели ты не понимаешь, что мы живем как свиньи и дохнем как свиньи только потому, что мы друг другу никто? Легче будет. Ты почему здесь? Так надо, мам. Сволочь! Никого не жалеешь! Уезжай, Толь, слышишь? Толь, если тебя поймают, дурак! Сейчас. Если поймают! Сейчас уезжай к ним! Успокойся. Ты чё? Да не смог я. Люди погибнут. Сейчас мимо общаги ехали, ничего не происходит. Людей не вытаскивают. Да потому что ты всех взбаламутил, дурак! Начальство-то виднее! Поумнее тебя будут! И ничего она не рухнет, слышишь? Ничего! Это кто на себя столько смертей-то возьмет, а? Дурак, что ли, твой Федотов? Вы убили Федотова! Галаканову концы обрубает. Что ты можешь делать? Засвечусь. Убьют. Люди в общаге-то знают, что дом по швам трещит? Нет. А что ты молчишь? Поди, расскажи. Ты кто меня слушать-то будет? Кому охота среди ночи без угла на улице остаться? Это надо, чтобы все как-то официально было, чтобы информация сверху пришла. А кто я? Я сантехник. А ты уверен, что дом рухнет? Уверен. Прости нас, матери, сынок. Да ты чё, бать? А чё мы тебе дали? Жизнь. А что с ней делать? С такой жизнью. А вот погляди на нас с матерью. Собачимся каждый день. Ни любви не осталось, ни радости. И тебя жизни не научили.
Все, что с тобой случилось, это наша вина. Перестань, бать. Люди вон вагонами воруют, миллионами, по головам идут и живут, горе не знают. А ты эти сраные трубы чинишь. Людям помочь хотел, от смерти сберечь. Тебя же того, гляди, грохнут. Уезжай, сынок. Никогда тут по-другому не будет. Никогда. На улицу быстро! Падает. Да? Серьезно, что ли? Даже мне так и не пережрать.
Дом падает. Пошли. Есть кто? Нет! А что у тебя? Чёрт тебя! Что нас вынесли? Я не знаю, что у тебя! Вон он, ты не видишь! 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 Тихо, граждане, тихо! Вот он! Молодец! Вот он, настоящий мужик! Не надо, а? Все нормально, все нормально! Не побоялся! Смотри, сколько людей спас! Не надо, а? Не надо! Тихо! Мир не без добрых людей! Он гонит! Он с утра здесь воду мутит! Что стоит?